Хей, йога, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Фейз. Так, окей, поехали. Мы продолжаем, мне нужно достать как-то тот ящичек. Ящичек. Так, сундук еще активирует. Сейчас мы с вами все сделаем. Надеюсь, ключ. Опа, секретный сундук еще один. Ключик. Ништяк. Теперь мне нужен как-то тебя достать, да? Так, давайте я попытаюсь, знаете, как вот так. Ага, так не сработает, да? А если типа в обратную сторону прыгну? Тоже, да, нет? А как мне достать тебя? Тоже нет. Тоже нет. Вот там типа можно было использовать этого. Но суть в том, что я туда все равно попасть как бы не могу. Это ёлки-палки. Ох, ты ж ё. Ну смотрите, я уже ближе к сундуку. Там немножко остается до него допрыгнуть. Ёлки-палки. Сука. Помал. Как мне к тебе допрыгнуть? Сундучок. О! Ну, ребят, мне кажется, только вот так можно его достать, типа. Только теперь вопрос, как вернуться обратно? Вау. Ты нашел свой первый антикуб. Для каждого куба есть антикуб. Отрицательный для каждого положительного. Антикубы гораздо сложнее найти, чем обычные. Ха, изи. А вот только теперь как вернуться... А вот теперь я реально как вернуться? Ладно, ломаем. Не, да? Ладненько. Я просто понимаю, что теперь я не смогу вернуться. Черт. Mm.
А если я две кнопки буду зажимать? Я не могу вернуться. Подожди, типа. А как? Где так выше, да? Он все равно не долетает, ё-моё. Почему я просто воду не могу прыгнуть? Черт. Я, в принципе, понял примерно. Но я не понял, как я в воздухе вообще повис. О, ништяк. Продвигаемся, ребят. Все готово. А это сложно. Я не отрицаю, это сложно. Ломать вот это... Хрень. Сложно. Так, теперь падаем вниз. Вздыхаем. Так. Хорошо. Так, теперь отсюда мы спускаемся вниз до коробки. Ладно, пока ящик. И мне заново придется туда лезть. Весело. Так, судя по всему, этот ящик. Ящик можно толкнуть так, прислонившись к нему. А ты можешь подобрать и бросить его с помощью... И ты можешь аккуратно его опустить, нажав... Да ладно, окей. Глупый ящик.
Ты здесь это? Ты нашел секретный проход. Да, хорошо. Хорошо. А где еще один проход? Это только один проход. А еще есть проход. Где есть? Ну где-то. Ладно, неважно. Потому что там еще есть мини-квадратик, куда я не могу попасть почему-то, но я не знаю, куда это идти. Вот, видите, вот этот вот, вот этот. Или это отсюда нужно идти куда-то. Раз, два. Ай. Так, раз, два. Мне теперь нужна вера за кубиком. Готово. Мне наверх нужно с кубом, извините. Готово. Так. Могу я взять куб и пойти с ним? Попробуем. Как вариант, возможно. Короче, я потерял коробку. А ну-ка, сейчас просто проверим. А, нет, не могу. Нет, не могу. А, тогда вопрос, а как мне это сделать? Я животных же не могу использовать, так? Ай, точно, это же эти есть. Я забываю. Тук-тук-тук. Бедная жабка, чуть не убил. Тук-тук-тук. Так. 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 Большой кубик. Большой куб. Поехали. У меня один синий есть куб. То это нормально. Да это очень нормально. Так, начинаются разрывы, да? Снова. Так. Тык-тык. Поехали. Это еще одна типа большая локация, но такое.
Хрена себе большая. Так она здоровенная. Ё-моё. А ну назад. Погнали. Я хочу лучше проверить, более безопасные места есть еще. Ну да, он меня типа засасывает и все такое. Тогда сюда погнали. Так, все, здесь, по идее, уже нет у нас, да, под локацией? Или есть? Сейчас нужно... Это, короче, все нужно смотреть. Здесь еще есть две локации, но это не то, что там 5. Ну, здесь тоже, видите, типа, есть под локация маленькая. Тоже, в которую фиг пойми, как попасть. Тихо. Я отсюда пришел или нет? Нет. Валим тогда. А не, стоять, 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 вернусь, вернусь, вернусь. Там под локацией есть? Так, я не помню, что здесь у нас было. Что у нас здесь было? Да, мы здесь были, все. Значит, валим. Бром, бром. Так, назад. Так, тихо. Почему ты умер? Ладно, отсюда спустимся. Готово. Короче, межпроходы. Да и все. Хорошо, поехали тогда искать. Стук-стук. Да, там какой-то маленький островок. Огромное дерево. Так, и здесь маленький подуровень есть. Я удивлен, что здесь вообще ничего нету. Вот типа, и что мне делать? Карты сокровищ неправильно сделаны. Жопа горит. О, антикубы. Ни хрена их тут. Это как антикубы собирать? А? Это типа мне что-то на следующую концовку, что ли, закончить игру или что? Или типа того? Ладно, не суть. Не суть важно. Поехали. Значит, тут ничего нету. Нам нужно наверх забраться к колоколу. Там что-то, походу, есть. Там, походу, даже портал есть.
Так, еще есть куб. Отлично. Теперь нас их... Стоп, а почему они у меня уменьшаются? А, фу, 9. То, что немного не понял, куда у меня кубы пропадают. Диндон. Позвони в колокол, ставь перед ним и нажми. Хрена себе звуки. Готово. А, может тут это специально есть? Типа, похоже на какую-то музыку. Ничего не понял, ладно. Не зря же сюда поднимался, так ведь? Кубик, давай быстрее. Сейчас мы туда попадем, может... Блин, нужно смотреть, значит тут где-то что-то есть, тайные все равно, вот эти секреты всякие. Которые хер пойми, где находятся и как их открыть, добыть. Целим. А, у меня есть еще один ключ на ништяк. Shift. А? Интересно, что это означает? Вот это даже не знаю. А, мана. Это тетрисы, значит. Значки тетриса. Но я тут больше ничего такого не вижу. Добро. Бомба? Ни хрена себе. Что-то новенькое. Shift. Посмотри. Это бомба. Ты можешь поднять и бросить бомбу, нажать контр. Но будь осторожен. Ты также можешь аккуратно положить бомбу, нажав ревери. Ой, до свидания. Пипец здесь это, подъемчик. Еще дверь. Так, а там вообще какой-то куб. Большой куб. И много травы, по которой я буду лазить, походу. Ни хрена он. Ой, там еще дом какой-то. А, тё, это ж оттуда я пришел. Давай наверх. Наверх.
Так, отсюда можно попасть еще в одно место. Почему мы в эту сторону приходим? Не, я возьму квадратик, потом пойду, может, туда. Ё-моё. Так. Готово. И ключик еще один. Еще один ключик, отлично. Не, что-то игра как-то очень долгая. Ты ж ё. Паркур, паркур. Так, вижу один куб. А, ну здесь хотя бы не сложно. Хотел бы я сказать. Хотя и так скажу. Только типа попытайся понять, куда мне. Ага. Ау. Так, это ты куда? Это сюда, хорошо. Ага. А теперь вопрос, как мне так... А хотя... Можно, ладно. Лучше бы мне тогда черные сферы давали, если я такой сложный прохожу. Ага, здесь называется жопу сосни. Да, а как мне тогда так? Ну просто он так в сферу эту прыгает. Да. Как же сложно, блядь. Хотя... Может, кажется, я туплю, да? Или отсюда рели прохода нету? Помните дальше.
должна. За что так сложно? За что? Вот как мне на ту сторону, блядь, припрыгнуть? Ну и зрил. Ну и зрил. А ну, допустим, я прыгну вот сюда. Нет. Не ам. Не ам. А как тогда? Как вообще убрать вот эти черные дыры? Что это за фигня? Как убрать черные дырки? О, неужели? Боже. Просто я навряд ли бы просто с этими тернями прошел. То, что они меня просто закрывали весь проход, куда я мог пойти. Так, вниз. Куб есть. Почему у меня кубы то пропадают, тут появляются? То есть, то кубов нету. Там есть проход в дереве. Я пойду сейчас в дерево. Так. И будем заканчивать, потому что уже 43. А? Что? Так, что не дает тебе менять так, перспективу в этой области? Уверен, эта тапа похожа на тотаму штуку наверху. Ага, наверное, это она. Типа, что я не... А, я не могу вообще менять. А, ну, это нормально. Я все равно сложности здесь не вижу. Нет. Ладно. Вот так, значит. Значит так. Оп. Готово. А, стоять. Так оно еще могут за этими быть. Допустим, здесь есть дверь у нас. Где-то еще снизу проход. А стоять это ж начально, да, типа? Так, бля, опять не вижу. Как вы так спрятали?
О, вижу все. Теперь я вижу. Ну. Сложно. Так, вертим до двери. Назад. Угу. Тотемы какие-то странные. Камон. А, я понял, все. Типа мне нужно по этим, да, картиночкам. Поехали, оп. Ё-моё, тебя вообще не заметил. Так. И готово. Пространственный куб. Ладно, залезем отсюда. А типа, если говорить, что он один куб такой есть, синий, то это довольно очень сложно. Нет, это действительно сложно. Так, ладно, давайте отсюда выбираться и заканчивать серию. Выбираться, заканчивать серию. Так. Готово. Ага, еще вспомню, где выход. Так, ладно, значит, делаем изначальную, да, себе тотемку. Изначально была какая вот такая. Нет. Это? Нет. Нет. Кажется... Да. Нет? Серьезно? Ой, сейчас бы не вернуться домой. Да не, кажется, этот был, подождите. Разве нет? О, все. Ох, ладно. Не сдох. Юзаем телепорт и сохраняемся, и хватит. 40 минут уже. Секрет, это значит, наверное, там сундук есть секретный. Самый вот этот охерительный. Охерительный сундук. Ну, в принципе. Здесь у нас еще. Так что это за место? Колокол где, да? Неизучно. Здесь еще какое-то есть место, которое не изучил. Около маяка есть место, где которое не изучил. А водонапорная башка я еще не изучил. Это только верхний участок, это еще даже не нижний участок. А еще нижний там до хера. Такие же будут, наверное.
Ладно, не суть, давайте тогда на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем до скорых встреч, друзья. Всем пока.